так работать вместе, это меня очень инспирирует, этот яркость, это Ярцево, это вот такой свежий, вот просто такие уникальные такой техника и все. И вот Юрий, пожалуйста, передай ему, что вот мы от своего всего сердца, что мы очень его поддерживаем и очень уважаем. И он для нас это очень, он все-таки инспирирует нас. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы так вот поддержали Аркадия, когда я написала вам всем письмо любовное с просьбой поддержать эту выставку, то ни один из художников не отказался, даже больше было участников. И у нас сейчас рекордное количество картин висит, 67, у нас никогда столько картин здесь не было. 30 из них Аркадия, и вот 37 это ваши работы. Я, конечно же, поехала к Николаю Ивановичу Кармашову, но не к нему, а к сыну, к Аресту, сказала: Арест, там же есть Аркадий Ярцев и Николай Иванович Кармашов, они были соседями в Печорском крае, и деревни были рядом. И Аркадий, когда еще мог ходить, он ходил в гости к Николаю Ивановичу Кармашову. И тогда Арест мне говорит: конечно же, я дам, зайдите в мастерскую, выберите сами. И я выбрала вот там два таких прекрасных натюрморта. Это как раз вот тот хутор, где они встречались вместе, Аркадий и Николай Иванович Кармашов. Ну и все другие тоже художники. Посмотрите, какие чудесные работы. У нас здесь лето, у нас здесь море, у нас здесь сирень. Видите, сколько у нас тут сирени много. Вот, спасибо вам огромное. И поскольку Аркадий не приехал, то он, я когда его уговаривала целую неделю, он сказал: нет, я, конечно же, не приеду, но зато приедут мои друзья, и они все скажут за меня. И вот я хочу предоставить слово другу, очень близкому, это Юрию Хорьеву. Поэтому то, что вот сохранились, вот эти вот работы, например, которые здесь вот в этом, это слава Богу, что они не были у него, и то, что они оказались где-то у кого-то. Поэтому у него из тех работ, которые он дал еще, это просто маленькая толика из того, что он писал. Поэтому на самом деле, конечно, я не потому, что мы с ним друзья, на самом деле я горжусь Аркадием, потому что без ложной такой зависти, там, я как бы на самом деле очень завидую вот этому отношению, его взгляду, во-первых. То сейчас никто так не работает. Вообще сегодня с таким отношением трепетным к этим закоулочкам, к этим тропиночкам, там, ни у кого нету. Все уже прошло. Сейчас все работают на себя, на то, что как я среди картин. А он работал для того, чтобы на картине было то, что он хотел выразить. Поэтому я очень рад, что Руль сегодня сделал эту замечательную выставку. Там он вот доставил великолепное такое помещение, где, кстати, очень уютно сходятся эти работы. Просто вот эта стенка как будто бы для Аркадия, она так очень великолепна. Поэтому я очень рад, Оля, поздравляю тебя, что мы организовали все это дело. Я очень рад. Аркадия, передам. Еще хочу маленький-маленький такой по скрипту. Дело в том, что когда уезжали сюда, он сказал: передай, пожалуйста, Оле, что она моя муза. Она моя муза. Если бы не Оля, вообще бы ничего, может быть, и не осталось. Поэтому, Оля, я тебе передаю это дело. Я тебе что сказал, но это услышат другие. Так что, дорогие друзья, спасибо, что вы есть.